Доброе утро. Всем доброго дня. Мы собрались ехать в поликлинику. Дарину повезем к дерматологу и за путевкой. Вот ждем, когда она там переоденется. Тома уже готова. Лежит это платьишко. Я некоторые вещи дети вообще не одевают. Нашла. Уже скоро маленькая станет. Тома, на бибике поедем. Том, на машинке, Том. Там на бибике поедем. Ой, не послушно. Ой, мне надо опять обувь переодеть. Я закончила, все. Насобирали? Это все, что есть? Ну, потому что утром собираем. Обычно же мы вечером собираем. Тома помогает. Вот сюда. Надо поливать чаще. Ты вчера не поливала? Нет. Надо поставить эту поливалку. Ну, ну, ну. Папа уже капусту рвет. Птицам. Тяжело Томе держать. А что ты не держишь? Держи. У нас клубнику продают. 250 рублей литр, да? Да, да. Ну, бывает, можно купить и за 2-300 10 литров. Хоть 5 литров купить. Пап, на это, ну. На Викторию, да? Да, на Викторию, ага. Вчера то, что не поливали. А земляника уже отходит. В прошлом году стояла прям до снега, да? Почему она? А ее надо почаще калийным удобрением поливать, она цвести будет. Ну, я, по идее, вообще ее убрала. Она какая-то невкусная вообще. Надо ее убрать. У кого-то курица несется. У нас уже 9 яиц в день. Я, короче, положила... Горох уже скоро тоже созреет. Вот у нас бывшие хозяева посадили хрен посреди огорода. И вот мне это так не нравится, что он растет тут посреди огорода. Ну а куда его? Он теперь его не изменишь. Это зеленый вырвала, а? Я там начала была посуду мыть, потом пошли. Думаю, пойду-ка я. Зелёта. Сегодня, можно сказать, ничего не снимала. Потому что мы с этой поликлиникой туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И ничего не сняла. Мама, завтра поедем. Куда? Да. Мы завтра сюда в Боготов поедем. Завтра. Вы травку рвете всей семьей? Мама. А смотрите, растет. Что это растет, дети, вы знаете? Крапива! Это конопля. Ну, она, не, наверное, не настоящая конопля. Куда? Там буду щеночек смотреть. Щеночек смотреть? Щенка. Вот такие у нас курочки. Что опять случилось? Мой любимый ребеночек. Все. А смотри, какие курочки. Ой, какие маленькие. Ой, какие маленькие. Ты же помогала Дарине травку рвать? Помогала? Да, и получилось. И будем щеняток смотреть. Пойдем. Сейчас посуду помою, приду поливать. Можно я полью теплицу? Нет, не надо тебе теплицу поливать. Мам, песочек надо маленько полить, чтобы он... Мокренький. Да, чтобы он лип хорошо. Да, чтобы бы кулечки делали. Ну. Мама, здесь был бы... Саня! О. Она коляску хочет взять с собой. Посмотрим, нет, может, ребятки на улице. А вот и ребятки пришли. Где? Вот же! Вот же! Вы... Опять нет никого. Где все... Весь народ. Жарко, не хочет. Ну, солнца нету. Не сильно жарко. Тома, осторожно, смотри, машина едет. Я что, доченька, милая, мама посуду моет.
Я сейчас пойду там посуду помою, пойду полью, и мне надо там... Да, попылесосить, и уж скоро уже полы мыть. А можно, пока ты будешь посуду? Когда уже вы вырастете и будете маме помогать, а? А можно, когда ты будешь посуду мыть... А мы будем щенят трогать. А кто за мной будет следить? Осторожно. Нет, я буду траву щипать. Мы сами будем следить друг друга. Мы уже большие девочки, да, мам? Вам, за вами надо следить. Вы непослушные у меня. Ну, Дариночка, поиграйте, поиграйте. Может быть, вы к Егору подойдете, и там они выйдут. Может, они в магазин пошли? Да. Вот называется многодетная улица, даже никого на улице нет. Ну, бывает, выйдет там много... Ну, все, играйте, мама пойдет посудку помоет, хорошо? Сегодня мы так поздно... И сладкий чай вообще. Алина делала. Так поздно закончили, время уже 10. Я только закончила мыть полы. Вася торопился, торопился. Сейчас покажу. Ой, пыль кругом. Пыль везде. Надо будет стены немножко протирать, потолок. Тут все-все в пыли. Я тут помыла, конечно, на 2 раза. Тут кое-где задел. В общем, придется заново все красить. И стену заделывать. Это я вообще не знаю, когда будем делать. Ну, по крайней мере, пол мы постелили. И уже можно несколько лет жить спокойно, что все-все обработали, все, что можно. И Вася сказал, день, наверное, отдохнет, и у него другие дела. Потом будем там детскую комнату делать. Ну, это не знаю. Он сказал, день-два ему нужно своими делами позаниматься. Нет, это Даринины. Но Дарина гуляет где-то на улице, можешь видать где-нибудь. А может, у Кристины там играет. Что-то смотрит Томочка. Когда-то и я так собиралась на гулянку. Мама мне такая... Иди подой корову. Я, мам, меня уже подружки ждут. Она, иди подои корову. Ты пошел доить? А кто бы пошел доить, доча? Мама. Мама. У мамы своих дел было. И ребенок маленький, больной. Шла и доила. У нас было 2 коровы. Ну, олень тоже достается, да? Мама. Как не хватает нам помощи. Мы лошадку оставили. Лошадку? Не кучери. У нас была. Кучера? Лошадку. Лошадку? Старка бы сидела. У нас не было лошадки. И свиньи. Нет, когда я... у нас никто лошадей не держал. Сейчас держит. У моего брата. Сколько у Андрея лошадей? Я не знаю. Ну, в общем, родные мои держат лошадей. А когда мам с папой жили, никто не держал. В колхозе было много-много лошадей. Пожалуйста, доченька. Ну что, Сашенька, давай попрощаемся со всеми зрителями. До свидания. До свидания. Вот так день у нас прошел. До встречи. Да. А теперь мы с моими красотульками... Правда, красотульки. Хотим передать приветы. Приветы тем, кто ответил правильно, что наш папа пишет правой рукой. Хотя он 100% левша. Женечка, покажи хорошенько. Даша Майер, Лили Шоу, Даша Степанова, Дианочка Андропова, Любовь Старцева, Нюша Стеша. Екатерина Кононенко, Елена и Зверята. Доченька, держи ровно. Зверята. Котик, котик. Зверята, да. Анна.
Айсана Рахметова. Женя, а ты шевелишь? Джейн П, Лали Уникорн, Анна Аф, Софья Рубцова, Валерий Машталерова, Мария Белышу, Наталья Воробьева, Наталья Филатова, Айнура Н, Полина Гробовец, Ольга Айрум, Дневник молодой мамы. Это канал у девушки, два мальчишки приемных, Наргиза Ханская. Женька, ты что, для себя держишь? Ай, глазки какие у моих девочек. Девчат, посмотрите внимательно. Приветы ваши. А то Женя тут балуется. И переворачивай страничку, дочечка. Приветы до тех, кто ответил правильно, что ребятишки поливали клубнику. Жень, помнишь, вы клубнику поливали? Вот. Ножки грязные были. Да, и правильно ответили на вопрос Назар, у которого ник Ювлог, Валентина Шинкаренко, Диана Лабызнова, Богданчик. Богданчик, он ваш двоюродный братик, живет в Украине. А он будет справиться? Он и его мама Леночка Орлова, ваша тетя, папина сестра. Женечка, не надо язычок показывать. Так, Ульяна Гафурова, Ксюша 07, Ольга Пыжова, Алинка Алинка, Альгуша, Катя Манькова, Саша Карман, Панда Гомес, Дарьяна Крайнова, Севилья Аединова. Я неправильно в прошлый раз назвала. Севилья сказала. А девочку зовут Севилья. Любовь Бондарева, Екатерина Лясина, Анастасия Рыжикова, Марина Протопопова, Настя Орел и Алина Кирдяева. Конечно, там наших подписчиц, которые ответили правильно, и подписчики, мальчишки. Вы уж извините, не все вошли. Но уж в следующий раз я других напишу. Хотя, может быть, вот наши вот эти подписчицы ответят правильно первыми. Но вот кто не вошел, мы и тех перепишем. Правильно? А теперь мы скажем всем до свидания. До свидания. До скорой встречи.